Орековая пальма. Орека. Вот мы, дорогие мои, добрались и до пальмы. Орека имеет один или несколько тонких стволов с кольцевидными рубцами. Перистые листья 1-1,5 метра расположены густо. Они ярко-зеленые, рассеченные на вершине. Пальма очень декоративна. Цветоводы любят ее за неприхотливость и быстрый рост. В отличие от финиковой пальмы, всего через несколько лет она имеет пышный пучок длинных листьев, цветет и дает плоды. Как домашнее растение, чаще всего выращивают ореху трехтычинковую или ореху котеху. В местах естественного обитания из орехов орека готовят стимулирующую жвачку, которую называют бетель. Именно поэтому иногда эту пальму называют бетелевая. Семена ореки ядовиты, они содержат алкалоиды. Советы по уходу за орековой пальмой. Ореки предпочитают яркий свет и могут расти на солнце, что позволяет размещать их возле окон, выходящих на юг. Только в жаркий летний полдень ей может потребоваться легкое притенение. Удивительно, но ореховая пальма, как и хамидорея, способна расти и в полутени возле восточного или западного окна, и даже в глубине светлой комнаты. Растение теплолюбивое, летом предпочитает температуру 22-25, не ниже 16, сквозняков не любит. Орека предпочитает повышенную влажность воздуха в летний период. В сухом воздухе отапливаем квартиры, сохнут кончики листьев. Летом полезно регулярно опрыскивать мягкой отстоянной водой. Вода для опрыскивания должна быть тепловатой. Вода для полива должна быть мягкой, комнатной температуры. Летом полив обильный, зимой умеренный. Чем прохладнее помещение, тем меньше поливают. Лучше всего поливать, когда высохнет верхний слой субстрата. Слишком частый полив может погубить растение. Ух ты какая! Подкармливают пальмы минеральным удобрением обычной концентрации летом 2 раза в месяц, в другие периоды 1 раз в месяц. Можно использовать и органические удобрения. Пересаживают только перевалкой. Орека плохо переносит пересадку. Молодые пальмы пересаживают ежегодно, взрослые по мере необходимости. Большие растения пересаживают очень редко, ежегодно только меняют верхний слой субстрата. Посадить можно в готовую смесь для пальм. Также подойдет субстрат из зерновой земли 4 части, листовой земли 2 части, перегной 1 часть и песка 1 часть. Обязательно на дне емкости обеспечивают хороший дренаж. И стволы побелили, как у наших тополей. Размножение. Размножают орековую пальму семенами. Их проращивают в теплом субстрате 23-28 градусов. Высевать семена лучше сразу же после сбора. Сходят они через 5-6 недель. В субстрат для проращивания лучше добавить резанный мох. Он хорошо удерживает влагу. Пикируют сеянцы очень осторожно в отдельные горшочки после того, как у них появится первый лист. Вредители и болезни. Повреждается паутинным клещиком, мучнистым червецом, щитовкой, белокрылкой. Возможные трудности. Кончики листьев буреют и сохнут, слишком сухой воздух. Недостаточный полив, низкая температура содержания. Нижние листья буреют и отваливаются. Это нормально, происходит из-за естественного старения. Ну вот, в оранжерее прямо роща ореховая. Пойти прогуляться, что ли? Всего доброго. До свидания.